Добрый вечер, те, кто старше 16 лет, так же, как и я. Большинство новостей, исходящих из Москвы, стране либо небезопасны, либо неинтересны. Хотя, конечно, информационное поле у нас обширное, хватает от Москвы до самых до окраин. Сегодня, наконец-то, произошло то, что интересно стране. Не всей, в основном, конечно, европейской ее части, и тем не менее. У нас сегодня официально выступил на борьбу с пробками товарищ Собянин, вступил в законную силу запрет на грузовики. Тот самый печальный, довольно странный и неоднозначный запрет большегрузным машинам вторгаться в пределы Московской кольцевой дороги, поскольку все-таки Московское княжество, оно достаточно тесное, плотненькое, и даже рискуя поставками колбасы ненаглядным клятым москалям, товарищ Собянин все-таки решил, что нужно как-то попытаться нас оградить от этих самых напастей. Ну, в первую очередь, конечно же, грузовиков. Предыстория довольно любопытная. Одна грань вот этого постановления, она, конечно, как и большинство административных решений, принимаемых нашей властью, носит легкий оттенок веры в сказку, по щучьему велению. У нас, вы заметили, на самом верху принято писать всякие волшебные документы, ну и там, где пониже, соответственно, труба не той калибровки и дымок так себе, то есть труба пониже, дым пожиже. Так вот, тоже принято действовать в русле. Русло у нас одно, оно называется вертикаль. И у нас обычно пишут бумаги, которые, как кажется авторам этих бумаг, дальше решат ситуацию самостоятельно. Чем хороши эти бумаги? Тем, что они, может быть, волшебства никакого не содержат, но, по крайней мере, обнадеживают. Называются они обычно постановления, указы, либо поправки к законам. И единожды будучи изданными, вступив в законную силу, вроде бы должны решить все сами. У нас практически ни за одним из этих документов нет никакой реализации. Вот либо оно само случится, либо не случится. Но очень хочется. И, конечно же, в основном все эти документы идут в русле запретов и мер по дальнейшему ужесточению, озверению и прочим приятным моментам, которые позволяет себе власть. И вот, наконец-то, Собянин со второго захода решил, что нужно подобный метод испробовать уже на дальнобойщиках. Если помните, когда он только получил Москву в управление, он сделал то же самое. Он замахнулся на грузовики, замахнулся на ларьки. Ларьки снес, грузовики не одолел. 1 марта наступило. Мы сегодня с трепетом и ожиданием смотрели, что именно будет происходить. Информационное пространство города Москвы осчастливило нас интервьюшками. Блогеры были не очень активны, поэтому в основном официальные лица мелькали. Лучше всего высказались офицеры полиции. Они плескались в диапазоне счастья от сокращения московских пробок и трафика на 20% до 50%. То есть какие-то там майоры говорили, что на 20% стало лучше. Всякие там подполковники поднимались в своих смелых мечтах до 30-35-40%. Полковники говорили что-то такое про 50%. Я думаю, что завтра на рассвете мы услышим в какой-нибудь аналитической программе, ну, не на уровне генерала, человека, который скажет, что на 70% Собянинское постановление решило проблему с присутствием большегрузного транспорта вообще и пробок в частности. А вторая сторона вот этой всей законодательной очень любопытной коллизии в том, что поначалу, конечно же, все-таки была, ну, не то чтобы вера, но была какая-то иллюзия, будто бы действительно кто-то наверху пытается решить транспортную проблему. Коряво, косо, не с того конца, дамокловым мечом, карами и наказаниями, страхами и упреками. То есть нерациональным методом. Но была такая иллюзия, что, может быть, действительно, эти люди не умны, эти люди, в принципе, ничему не учатся, но они на самом деле хотят. Они хотят как-то решить проблему, они хотят как-то сделать так, чтобы машин стало меньше. При этом, конечно, не меняя абсолютно логистический ландшафт нашей страны, и коль уж все дороги заведены на Москву, то вот этой самой волшебной бумажкой вот эти идеалисты попытаются, а потом из шкафов начали вываливаться скелеты. Первый скелет вывалился с грохотом. Он называется «12 000 пропусков для всех страждущих грузовиков, выданной администрацией Московской области». А себе, столица, это был скелет номер 2, решила, что ограничивать себя не будет, поэтому напечатала безграничное количество этих самых пропусков. То есть нам явили строгий запрет, решимость решить вопрос, решительно, кстати, да, решимость решительно решить вопрос, и сразу нам предложили варианты обхода. Причем для дальнобойщиков сказали, что вы это, там, вот, это, как оно, ну, вот оно, это, интернет называется, это там, вот, и там за 3 часа.
А те, кто с интернетом, из дальнобойщиков, например, или из руководителей транспортных компаний не в ладах, они могут себе спокойно, не торопясь, оформить этот самый пропуск. Срок — 2 недели. Оформление — 2 недели. Ну, везешь ты какие-нибудь помидорчики. Ну, поживешь 2 недельки на обочине. Сходишь, ознакомишься, решишь вопрос, получишь пропуск. Пропуска всем страждущим, 12 тысяч в области и безграничное количество в Москве. А тех, кто не пойдет на этот штраф, 300 рублей, чтобы неповадно было. Все-таки прикрытие подобных гешефтов должно обеспечиваться законодателем, поэтому законодатель сказал 300 рублей, и мы поведем решительную борьбу с дальнобойщиками. В топонимике Москвы вот эти подходцы гнилые, они отражены в названии 2 улиц – Зацепа и Щепок. Это государственный гоп-стоп. Ну, такой грабеж средь бела дня. Вообще, конечно, гоп-стоп с экономической точки зрения, он максимально целесообразен, потому что при минимуме затрат он гарантирует максимум прибыли. То есть, ну, на что нужно потратиться? Ну, например, на нож, или там какой-то тесак, или на топор. Вот все твои вложения – это твой стартовый капитал. Если ты индивидуальный предприниматель, тогда ты гоп-стопом при помощи топора решаешь вопрос максимальной прибыли при минимуме затрат. Если, предположим, это средний бизнес, то есть какая-нибудь артель, она же банда, то, конечно, здесь уже, во-первых, не так важна квалификация каждого отдельного члена коллектива, здесь уже достаточно согласованности действий. Но, опять-таки, тот же самый гоп-стоп. Лучше всего гоп-стоп удается государству, ну, как экономический рычаг решения вопросов. И в топонимике Москвы как раз вот эти два названия отражают именно такую ситуацию. Была некая цепь, дальше которой ездить нельзя. И был офис приема и решения вопросов, приема населения и решения вопросов населения, где при помощи щупа проверяли, кто что везет, то есть товарную номенклатуру транспортных единиц, пытающихся одолеть эту самую цепь. Но поскольку «щуп» звучит плохо, то со временем в топонимике слово немножко исказилось, и из «щупа» стало «щип» и «щепок». Вот улица Щепок, она как раз на том месте, где стоял офис решения вопросов. То есть это хорошая историческая традиция у нас заниматься гоп-стопом на уровне государства. Причем государство чем хорошо? Тем, что оно всегда выигрывает. У государства в этом отношении беспроигрышная позиция. Объехать на хромой козе не получится, потому что дальше зацепы не прорвешься, а на щипке тебя, в общем-то, отщиплют. И здесь обратите внимание на эту приятную искаженность смысла, потому что от щупа мы получили в веках напоминание о том, что же было на самом деле. Там не щупали, там щипали население для того, чтобы пустить за цепь. Очень хорошо то, что московская нынешняя власть настолько грамотно воспроизводит историческую подоплеку событий, очень успешно, но только, как бы это сказать, полностью закончились иллюзии. Была надежда, надежда не осталась, потому что был всего-навсего придуман новый запрет, а также сразу предъявлены способы решения этого самого запрета, решения этой самой проблемы. Поэтому грузовиков, не могу сказать, что, скорее всего, станет намного меньше, потому что, ну, все-таки все дороги ведут не в Рим, а в Москву, хотят они этого или нет. Причем ведь дальнобойщики сюда едут не потому, что им тут медом намазано, потому что так выстроены маршруты, потому что нету других дорог. А других дорог у нас не будет. И, в принципе, у нас не будет площадок для отстоя, и, в принципе, у нас не будет никакой инфраструктуры, и вообще не будет ничего из того, что хотелось бы, но мы не получим. Наши смелые мечты, они настолько были маленькими, такими узкоспецифическими. Мы просто надеялись, что именно эта идея, она в чем-то слегка честная. Понятно было, что это ведь только-только одна маленькая чешуйка на огромном и очень сильно почесывающемся теле далеко даже не русалки. А проблем этих много, и этих чешуек очень много, и дальнобойщики — это несчастные заложники, но они, тем не менее, оказываются не конечными, не финалистами этой игры. В этой игре проигрываем мы. В финал выходим мы удорожанием. И хотим мы того или нет, но все дальнейшие затеи нашей власти, они лягут на наш с вами кошелек. 2 недели отстоя? Да, конечно. Бесплатные пропуска. Мы же безоговорочно верим в бесплатность любых пропусков, позволяющих объехать искусственно созданное властью препятствие.
Конечно. И мы сразу понимаем, что эти 12 тысяч в области и бесконечное количество пропусков в Москве, они, конечно же, нескончаемы. Не может так быть, чтобы водитель приехал или представитель транспортной компании приехал, и ему сказали, знаете, а уже кончилось. А вот тут вот у нас на щипке есть возможность решить вопрос. Этого же не будет. Конечно, не будет. А тем более интернет. Интернет для дальнобойщиков — это всегда очень легальная площадка. Там понятны все действия, видна вся переписка. Там тоже нету места для коррупции. И, в принципе, здесь нигде нету места для коррупции. Но почему-то не верится в светлость этой затеи. Я так понимаю, будет дубль третий. Дубль третий, возможно, будет очень нескоро. И он, наверное, начнется с попытки обсудить более серьезные штрафные санкции против водителей. Но ни в коем случае по-любому не коснется дорог, не коснется изменения логистики. И очень многие таможни, которые находятся почему-то в Москве, остаются центром привлечения товаров, которым в Москву абсолютно не надо, но так удобно и так принято работать. В общем, жалко, что в шкафу оказались только скелеты. Перерыв на новости. Московский телефон Сергея Асланяна, по крайней мере, на ближайшие 45 минут. 65-10-99-6. Давайте, наконец, пообщаемся друг с другом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас слышать. Расскажите, как вы сегодня, кстати, по улицам обратили внимание на грузовики? Больше их стало или меньше? Ну, я езжу практически по одному и тому же маршруту. Так, ну и как у вас там с напряженностью трафика? Это, скажем так, участок от Ленинградского шоссе до Рублевки. Красивый участок. Скажем, изменений никаких, в течение, по сравнению с предыдущим периодом, я не почувствовал. А милиционеры почувствовали, они сегодня очень радостно, перекрывая своими лицами диагональ 72-го телевизора, рассказывали, что до 60% падения трафика. Да, это я с утра слышал. То есть вас это тоже взбодрило, да? Ну, взбодрило только в том духе, что старая тенденция, она у нас продолжается. Мы пытаемся, значит, решить достаточно сложные проблемы просто-напросто путем запретом и изыманием, значит, денег с определенной категории населения. А вам тоже показалось, что здесь очень сильно пахнет деньгами в этом? Безусловно. Да, мне тоже так почему-то кажется. Как-то не я... показалось, а... Понятно. Кстати, вас плохо слышно, но успейте что-нибудь спросить, несмотря на пропадающую связь. Значит, Сергей, у меня к вам такой вопрос. Давайте. Возникло в одно время, желание заменить автомобиль, она была фактически, скажем так, выполнена. Выбор стоял между такими автомобилями, как Subaru Forester, X-Trail, Mitsubishi, Outlander XL и братья-близнецы корейские Santa Fe и Kia Sorento. Так, и что же вы выбрали? Я выбрал вообще-то Kia Sorento, хотя сначала вроде бы как бы пришел к Santa Fe. Ну, у вас был неплохой на самом деле выбор, и, пожалуй, у вас козырная карта в руках оказалась. Sorento очень приятная машина. Во всех отношениях. По крайней мере, она лучше Форестера. Как бы апологеты Субару не бились в данный момент головой об руль по этому поводу. Хотя, так сказать, со стороны определенного контингента я все время слышу, осуждающие, реплики о том, что корейское качество, что-то такого мы не слышали. Вот видите, к сожалению, проблемы со связью у нас достаточно суровые. Это, видимо, дальнобойщиков не стало, а они, возможно, выполняли какую-то вспомогательную функцию. Ну, 4G — это когда у нас раньше было один раз G, а теперь стало 4 раза G. И, тем не менее, вы сделали правильный выбор, и когда кто-то пытается вас критиковать за то, что вы взяли корейскую машину, а корейцы по качеству не дотягивают, а тем более где-то рядом есть японцы. Вы знаете, вот в вашем списке, например, Форестер — это машина, у которой качество плавающее очень напоминает в этом отношении завод «Москвич». У «Москвича» тоже было не угадать, оно заведется или нет, поедет или нет. У меня был, например, Форестер в течение одного приятного периода времени. Он был у меня новенький, заводился он строго на одном цилиндре при заморозках где-нибудь, наверное, в минус 5. Ну, много с ним было трудностей. И вот это было, тем не менее, хваленое японское качество. X-Trail — это очень неплохо, но, что здорово, вы выбрали новинку. Вы выбрали самое современное, самое новое и самое
осмысленное из того, что на нашем рынке есть. Потому что Форестер сейчас только происходит, у него смена поколений, и он пока еще у нас продается старый, а вот-вот придет новый, но пока его нет. X-Trail — это неплохо, но мир ушел вперед. Outlander, его сняли с производства. До свидания, все, Sorento, очень правильно. Так, Виктор, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Сергей Степанович. У меня к вам уважуха, и очень хороший вы. А взаимное, на самом деле, Виктор, но скажите мне, вот что там у нас сегодня на улицах? Исчезли грузовики? Дематериализовались? Это пятница, поэтому с утра было, как обычно, то же самое. А ведь мы же их победили. Ведь товарищ Собянин одной волшебной бумажкой и тысячами пропусков вопрос-то решил. Нет? Не решил? Незаметно, да? По-моему, нет. Все так же. Да, видите, как-то у нас тоже с вами совпадает точка зрения. Что у вас хорошего, Виктор, в автомобильной жизни? У меня хорошее то, что я купил Гольф 6. Ух ты. Я очень рад. Я тоже. А с каким мотором? Прекрасный. Ну, 1.4, 122. Ух ты. Да, TSI-чики, это здорово. Да, это классный двигатель по сравнению с тем, что я раньше ездил. Это класс. А на чем вы ездили? Ну, как, начиная... Ну, вот впритык. Наших... Вот, ну, это понятно. У нас в анамнезе у каждого «Жигули», хотим мы того или нет, даже «Запорожцы». А вот на «Гольф» вы с чего пересели? С «Короллы». Ну, кстати, тоже очень неплохой был автомобиль и достаточно удобный. Сиделось хорошо, но в «Гольфе» лучше. Лучше, нет, как это, уютнее, вот так скажем. Тоже приятный момент. Не каждый так, да, о своей любимой машине скажет. Похвастайтесь, нет, Виктор, ну, похвастайтесь. Расскажите о эмоциях, которые нахлынули на вас, когда вы с «Короллы», не новой, пересели в «Гольф» новой. Почему? Ну, а почему не новой? Она была новая. Ну, вы ее доносили. Тапочки стали, да, родные, но, тем не менее, завяли. А тут бац, и вот она. Да, нет, машина классная, разговоров нет. Двигатель прекрасный. Пока я очень рад. А скажите, Виктор, вот это сравнение между «Короллой» и «Гольфом». Ведь вы после «Короллы» перешли не на «Короллу», не на «Японца». Что-то вас разочаровало в «Японце»? Я вам объясню. Просто я перебрал все русские машины. Потом я пересел на «Гетц», потом на «Короллу». То есть... корейца. Я хотел посмотреть, что такое немцы. А, это правильно. То есть, на самом деле, у вас не было разочарования «Короллы», но просто хотелось двигаться дальше и не хотелось повторяться. Да, я хотел попробовать все. Ну, замечательно. По дорожному просвету у вас к «Гольфу» претензий нет? Ну, я в Москве, поэтому нет. Ну, мы как москали клятые, в общем, действительно, в тепличных условиях. Тут можно только позавидовать друг другу. Да, у меня вопрос, несколько вопросов. Давайте. Во-первых, мне скажите, ведь до какого-то определенного времени «Гольф» собирался в Калуге? Нет, ну, знаете как, не волнуйтесь, с вашим «Гольфом» все в порядке, он здоров. Нет, я понимаю, но там дособирали, колеса прикручивали, или там что-то там, коробки прикручивали? Если у «Гольфа» это было, то эпизод был очень короткий. Они все-таки пытались наладить там нормальную сборку, и «Гольф» миновал этих страстей. В основном под это «Ауди» попалось, потому что прикручивали колеса и накачивали шины на половину модельного ряда «Ауди». Они там аккуратно стояли на дворе в пленочку завернутые, я к ним как-то приезжал, смотрел, любовался на все на это. У вас все в порядке? То есть вот если написано у меня в техпаспорте, допустим, сделано в Германии, это действительно сделано в Германии? Это действительно сделано в Германии, и у вас даже ВИН-код германский, потому что он отличается от российского, и буковки в ВИН-коде, если вы хотите проверить, посмотрите, они в базах выложены, можно четко определить даже завод, на котором именно собрана ваша машина. То есть она полностью приходит в Россию германская? Да. Да, да. Она в этом отношении абсолютно здоровая, лучезарная и обнадеживающая. Да, и я очень рад, я очень доволен своей машиной. Спасибо большое. Представляете, как вашему «Гольфу» повезло, потому что это очень правильно, когда хозяин с подобным отношением, с подобным настроением. Я, кстати, рад за вас обоих.
Александр. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Сергей Степанович. Здрасте. Вот, знаете, так неудобно, вы меня по отчеству, а я вас только по имени. Либо хорошо, мы оба... Александр Владимирович. Александр Владимирович, скажите, что там у нас сегодня в Москве? Одолел Собянин грузовики? Да вот рядом едут, еду по Варшавке, вон три фуры подряд идут, какая проблема-то? Ну, пока у нас клеверные развязки на МКАДе, ну, по-моему, можно только идиоту не понять, что никакая пропускная способность не увеличится от этого. Потому что уберут фуры там или еще что-то. Упоминание идиота, Александр Владимирович, в данном контексте означает ли ваше подозрение в умственных способностях нашего мэра? Однозначно. Да, Александр Владимирович, в общем, вы достаточно конкретны в постановке диагноза. Что еще радостного? Радостного? Да, в общем-то, вопрос. Две дизельных Паджеро, третья и четвертая. Так. Первые 11 лет, а вопрос по суперселекту хваленому. Значит, когда первый Паджеро убрал, естественно, по форумам обнюхивал машинка, что там можно от нее ожидать и так далее. Но, как ни странно, не пришлось ожидать ничего. За исключением одного, что нашел на форуме, что машина японцами говорит, японцы говорят, что коробка ходит где-то 250 тысяч, и после этого все. Прошла 252 тысячи. И? Действительно, все, умер гидротрансформатор. То есть, как обещали, не врут? Как обещали, не врут, я был просто в шоке. Вот, потом где-то еще 150 прошла, и, в общем-то, умерла окончательно, заменили на контрактную. Это у меня такой эксклюзивный случай, или действительно вот в жизни такое бывает? Нет, вообще в жизни такое бывает, это раз. А, кстати, вы упомянули, не всем нашим слушателям понятно это словосочетание, заменили на контрактную. Поясните, потому что это очень интересный момент. Не все идут путем приобретения этих самых контрактных агрегатов, двигателей коробок. Ну, контрактная, в общем-то, я сыну отдал эту Паджеро, а он контрактная называется в его понимании, и в моем тоже, когда из-за рубежа приходит коробка поддержанная, но не сильно, то есть с убитой машиной или что-то в этом роде. То есть, когда пришли, продиагностировали, посмотрели, в общем-то, контрактная коробка обошлась, по-моему, что-то порядка 3000 долларов против 10 тысяч евро новой. И пробег, так, по визуальным и по техническим всем параметрам, ну, где-то тысяч, может быть, 30-40 на больше. Да, вот видите, как не повезло тому, кто на доноре ездил, и как повезло нам с вами. А потом у вас четвертый Паджеро уже, да? А я на четвертый, да. Ну, замечательно. И на дизеле. И, кстати, как у вас с температурой при минус 20 за бортом? А у меня вебаст. Это вы сразу заказали или потом сами ставили? Нет, это я ставил сразу, потому что на предыдущей Паджеро, конечно, в валенках пришлось поездить. И, в общем-то, и прогрев беспорядок, понятно, что это дизель. Вот, поэтому на эту сразу поставил ебаст, и, в общем-то, и вот, и не жалуюсь. Ну да, надоело зубами танец саблями стучать, и наконец-то все хорошо. А вот с вебастой это замечательная машина. Да, шикарно, то есть проблем нет, и главное соотношение цена-качество-функционал, но, к сожалению, я пока других машин не вижу на рынке. Самое главное, не заезжать к официальному дилеру, потому что либо разорит, либо угробит. Да, мне тут прокладку под поддон картера поставили из поролона, она у меня вылезла, и теперь все ездят, и мне сигналят, и говорят, что у тебя там снизу болтает. А я так и оставил, поеду и покажу, как они ее присобачат. Да, это называется, а я разочек рискнул, заехал к официальному дилеру получить надлежащую услугу. Получил по полной программе. Перерыв на новости. Мы продолжаем наше приятное общение. Звоните, поговорим. Так, потихонечку начинаю принимать звонки на телефон 65-10-99-6. Алло. Алло. Здрасте. Добрый вечер, Сергей. Меня Максим зовут. Москва. Здравствуйте, Максим. Что там у нас с вами, кстати, с грузовиками, Максим? Да, вот я как раз хотел о трех вещах поговорить, буквально вот занять там две минутки вашего эфира, и одна из них как раз фура. Ну вот я сейчас, смотрите, ехал только что из города Лобни подмосковного до улицы Казакова, дом 8, и добрался я, собственно говоря, за 45 минут. Ух ты, разогнали грузовики. Ну, на МКАДе, во всяком случае, от Дмитровского шоссе до Ярославского все свободно и летит просто со скоростью, по внутреннему разу летело, вот 15 минут назад летело все со скоростью ветра. Но тут мы подходим ко второму, это, наверное, больше даже не заслуга там московских властей. Знаете, может быть, это и прозвучит как реклама, но вот компания Яндекс, да, вот есть этот Яндекс.Навигатор. Есть такое? Да, ведь, по сути дела, это гениальный сервис. Если все им будут пользоваться, то пробки пропадут, я думаю, процентов на 30-40. Потому что я провел этот эксперимент. Начал ездить, собственно говоря, с помощью этого Яндекс.Навигатора.
И те маршруты, которые предлагает, условно говоря, сервер, который видит общую картину дорожного движения в городе, зачастую просто с точки зрения обычного водителя абсурдны, потому что, условно говоря, иногда вам нужно ехать налево, а он вас поворачивает направо и какими-то дворами выводит там в ту точку, куда вам нужно. И иной раз там люди стоят по несколько часов, а ты проезжаешь там за 20-30 минут. Поэтому это же, по сути дела, то, что там одна крупная мировая компьютерная компания внедряет в крупных мегаполисах вот эти вот системы навигации, системы распределения дорожного трафика. Поэтому если мы все поддержим там эту идею этой компании российской, то я думаю, что в городе станет несколько легче ездить. Потому что многие там даже водители такси, с которыми я общаюсь, когда пользуюсь услугами такси, они, например, не до конца доверяют тому, что Яндекс.Навигатору, ну, как бы усомневаюсь в его каких-то способностях, говорят, что, мол, это ерунда какая-то, как это может быть. Но вот, собственно говоря, я езжу уже, вот езжу полгода исключительно, хотя Москву знаю очень хорошо и безумно доволен. Максим, дело в том, что вы относитесь к той редкой категории людей, которым интересно, которым познавательно и у которых есть вот это стремление к эксперименту. Вы захотели попробовать, вы углубились в это и получили результат. Причем результат, который вас обрадовал. А очень много людей, сомневающихся, инертных, ленивых. Да. А при этом вы помните знаменитую историю с московской блондинкой, которая ехала на Toyota RAV4, и ей навигатор сказал: здесь налево, и она, не глядя, поехала в милиционера, в ларек и в газель. Срубила газель, сбила ларек и перепугала милиционера. Помню эту историю. В интернете она гуляла очень долго. Но, к сожалению, как говорится, в семье не без уродов, но и в стадии автолюбителей, как говорится, есть бараны, которые, как говорится, в усе не бараны, но в целом вот, к сожалению, да, но в целом, я говорю, вот я хочу через вашу передачу, может быть, попросить других автолюбителей, там, не быть инновационными, и, может быть, мы придем к тому, к чему нас не могут привести наши доблестные правители. Максим, просто вы по сути своей очень позитивный человек, поэтому вам в руки чего не дай, оно у вас скорее расцветет. Знаете, вот есть люди, которые берут предмет в руки, и он у них ломается, а есть люди, которые берут предмет в руки, и он долго служит. Вот вы относитесь к этой категории. К сожалению, таких, как вы, просто меньше. Вот что очень жаль, но это уже биологический вид нас, млекопитающих, такой вот. Согласен с вами. Вот теперь еще хотел сказать вам про автомобиль, но я, если позволите, буквально кратенько возьму на себя ту роль, которую выполняете вы в этой передаче. Давайте. Вас очень часто спрашивают, какой семейный минивэн подобрать, как говорится, в семью. Так. И вы знаете, я для себя в этом году открыл... просто очумительно, буду так говорить, автомобиль. К сожалению, в силу конъюнктуры нашего рынка, российское представительство компании Toyota почему-то эту машину в Россию не везет, хотя оно идеально отвечает нашим требованиям. Я нашел для себя такой автомобиль американский, называется Toyota Sienna. И, грандиозная машина, это же трехкомнатная квартира на колесах. Да вы представляете, насколько она удобна, потому что автомобиль, обладающий полным приводом, 3,5-литровым мотором, потребляющий 92-й бензин, который безумно прост в своей конструкции, потому что вот у меня в семье еще помимо Toyota две BMW, которые новые я покупал, и я хочу сказать, что я вот пересел с X3 F25 кузов на вот эту Sienna, и я радуюсь не нарадуюсь, потому что даже экономически... она по городу расходует где-то порядка 18 литров 92-го. Жена же ездит на X3, потребляет где-то порядка 11-12, ну, с учетом работы Webasto, дизельного. И по деньгам получается на совсем чуть-чуть дороже, чем ездить на дизельном X3. Но при этом я получил 7 мест полноценных в салоне, дети, их друзья... Все сидят в комплектации штатно идет DVD, навигация, задний монитор для задних пассажиров, разнообразные системы там стабилизации. Максим, у вас комплектация с джакузи или без? К сожалению, американцы, видимо, еще не догадались поставить джакузи. Это японцы не догадались, просто они вредничают. Жалко, что у американцев все будет слишком хорошо в жизни, поэтому они без джакузи поставляют. Да. Ну, во всяком случае, я бы вот посоветовал многим обратиться, и более того, вот в заключение скажу, что вот на российский рынок Toyota завозит вот этот вот минивэн Альфа-Рат, или как-то так он называется. Такая грабина. Это просто, на самом деле, одурачивание российского потребителя, потому что под вот этой вот неимоверной, как в фарватере Toyota, вот бренда, что это качественно, везут хлам, откровенно говоря, устаревший японский хлам. Потому что...
Ну, по сути, и причем везут дорого, потому что я вот взял машину, которая в самой полной комплектации. В России эта машина мне обошлась 2 100 000 рублей с учетом доставки и растаможки. Причем, я говорю, в комплектации и на полном приводе. При этом я прихожу в салон Toyota и вижу, что мне продают переднеприводный автомобиль с абсолютно скудной комплектацией и хотят за это 2 400 000. Ну, я считаю, это просто неуважение российского потребителя, поэтому нужно, собственно говоря, не уважать российских импортеров, а покупать, собственно говоря, то, что везут серые дилеры. Это лично мой взгляд. И по поводу обслуживания в заключение скажу, что не бойтесь, покупайте, потому что к любому официальному дилеру вы приезжаете, втыкаете, соответственно, компьютер и видите по машине все. Запчасти абсолютно, как у любой Toyota, унифицированы. И, к примеру, я тут решил ради эксперимента посчитать, сколько будет поменять полностью переднюю часть автомобиля, я имею в виду ходовую, рычаги, наконечники, там какие-то шаровые опоры, стойки амортизатора. Все это выкатилось мне через цены одной российской компании, которая торгует запчастями в интернете, 50 000 рублей. Это если менять абсолютно все. Это просто смехотворно. Да, если бы вы обратились тем же самым к официальному дилеру, получилось бы, что вам проще купить новую машину. Да. Но это, к сожалению, конъюнктура российского рынка, потому что, ну, побольше заработать, поменьше сделать и побыстрее избавиться от вас в плане, если вы не хотите купить машину. То есть это так устроено. Это, к сожалению, ментальность нашего государства. Ну да, вы знаете, все-таки американцы для того, чтобы японцы к ним относились вежливо, применили в Хиросиме и Нагасаке пару ужасов, а мы, в общем, тихо объявили Японии войну и вышибли их с континента, после чего мы им должны Хабама и Шикотан. Вот американцам ничего не должны, поэтому там другой ценник. А нам должны. Но, к сожалению... Да, позвольте, я прям в заключение скажу, да. Есть, конечно, у машины, как у любого другого автомобиля, есть недостатки. Первый недостаток, но это, видимо, родословная всех автомобилей с японскими корнями, это полное отсутствие шумоизоляции, то есть на нее придется так или иначе потратиться. И второе, в силу того, что машина полноприводная, у нее нет запаски. А поскольку у нее нет запаски, американцы поставили на машину колеса вот эти по технологии Run Flat. И получилось, что одно колесо, оно безмерно тяжелое. 31 килограмм весило одно штатное колесо, что на обычной подвеске, немного рычажной, это просто сказывается очень сильно на управляемости. Но я эту проблему решил очень просто. Я поставил кованые колеса на обычной резине, и машина поехала принципиально по-другому. Такое ощущение, что у нее стоит многорычажная, там, независимая подвеска, все качественное. Как на хорошем европейском автомобиле с известной, с долгой родословной. Но в целом, говорю, это вот тот автомобиль, который нужен, я считаю, российским семьям в плане того, чтобы, если у вас много детей, вы хотите много путешествовать на автомобиле. Максим, я вашим восторженным подходом к жизни очарован. Это блистательно. Вашей жене лучшего подарка к любому 8 марта, чем такой Максим, в принципе, быть не может. Потому что на каждый год есть подарок. И к Новому году, и к 8 марта сам по себе Максим — это блистательный подарок. А все остальное — это уже аксессуары. Спасибо вам большое, но подобное, знаете, вот в заключение скажу, подобное притягивается к подобному. Не будь вашей передачи и ваших каких-то, будем так говорить, лучезарных ноток в эфире всех московских радиостанций, собственно говоря, не было бы таких и слушателей. Поэтому мы без вас, а вы без нас никуда. В ответном поклоне оратор на всякий случай покраснел. Я имею в виду себя. Я, конечно, блистателен, но в силу своей физиологии. Максим, на самом деле, вашему энтузиазму я завидую. Алексей у нас на линии. Здравствуйте, Алексей. Мое любимое автомобильное имя. Алексей — это самый автомобильный слушатель программы. Только после Сергея. Ну, на самом деле, я не совсем слушатель, а вы слушатель. Скажите, что там с грузовиками? Вы сегодня как-нибудь обратили внимание? Ну, ситуация на дорогах не изменилась. Единственное, будем уповать на те изменения, когда включат видеокамеры в полный рост, так сказать. Потому что власти обещали первые дни не высылать им штрафы, либо высылать с нулевым показателем. Поэтому, я думаю, дальнобойщики и грузовики вполне уверенно въезжают на МКАД и также заполняют, как и в предыдущие дни. Нет. Скажите, Алексей, а дальнобойщики нам враги или жертвы? Я думаю, это такие же водители, как и мы, которые работают, ездят по тем же дорогам. С ними бороться не надо, с ними нужно регулировать движение, а не запрещать. Да, мне почему-то тоже кажется, что людям надо помогать, а не бороться с ними. Согласен. Тем более,
с учетом всех последних событий за эту зиму, руководство Москвы, Московской области, она как снегом боролась, так и с этими пробками борется. Со снегом, Алексей, они шикарно боролись. Вы помните, как Собянин лично приезжал ночью, не досыпал и учил пользоваться работяг лопатой и кормил их гречневой кашей? К сожалению, это я не видел. Я в 4 часа утра, вот в первый снег приехал домой. Я живу за Химками, соответственно, проблемная зона, где все встало на несколько часов просто мертвым комом. У вас там как раз товарищ Шойгу передавал бразды правления, поэтому, ну как же, у вас там и снегопады были суровее, а у нас-то стабильняк, у нас же тут товарищ Собянин. Я второго такого Ким Ир Сена не помню, чтобы он так эффективно решал вопросы. Я ему за это очень признателен. Зато у него хорошие тротуарные тропиночки из камня получаются. Да, кстати, я нормально на них спотыкаюсь. Не падаю, но спотыкаюсь. Что у вас с автомобилями, Алексей? Какие радости? Хочу спросить не за себя и не для себя. Вот отец стоит перед выбором. Только-только распрощался с патрулем 2002 года. Ух ты! Машина хорошая, ездила бы столько же, сколько и прошла. Прошла она порядка 180 тысяч. Ну, из них, я думаю, мои 80. А почему же продали-то? Алексей, как же так? Так машина ведь патруль 61-й же, ему же сноса нет. Хочется нового. Тем более, год назад полностью перебрал двигатель практически своими руками, с механиками. Позволяют и знания, и руки. Так, хронометраж. Машина подходит. Так, Алексей, и в чем вопрос? Вопрос вот стоит в выборе. Выбирает сейчас между патрулем со новой пластмассой в том же, ну, примерно, кузове. Ну, кузов там другой, Другой, хорошо. Посматривает на Touareg, соответственно, в такой же диапазоне. Скажите, у вас отец путешественник или нет? Он охотник. Охотник. Все-таки Патрол и Touareg. Но Патрол, перерыв на новости, потом договорю. Продолжаю отвечать Алексею по поводу автомобиля для его папы. У меня есть сильное подозрение, что у 61-го патруля, который был у папы вашего, переборка мотора была вызвана какими-то проблемами с, скорее всего, прогоранием 4-го цилиндра. Ну, возможно, нет, но довольно часто этот мотор, 4-цилиндровый мотор на таком аппарате, это все-таки была заранее запрограммированная ошибка. Дальше вот что. Скорее всего, ваш папа не будет охотиться прямо с машины. То есть он не полезет в такие дебри, где непосредственно с крыши там, или, не знаю, из укрытия. Машина будет средством доставки в какие-то тяжело проходимые места, но не будет уже по откровенному брелому ехать. И, конечно, Патрол 62-й, это очень любопытная машина. Она все-таки осталась внедорожником, несмотря на всю свою ориентацию на Эмираты. У нее, да, тревожная немножко, полностью независимая подвеска. Но самое главное у нее — это мотор. Ну, все-таки такой двигатель, это V-образная восьмерка, 5,6, 95-й бензин. Это очень сурово. Правильно иметь мощный мотор, но запас хода резко сокращается. И здесь, скорее всего, логичнее было бы взять и пересесть на Touareg'а. Причем Touareg можно взять дизельный, на пневматике, и получается даже не кроссовер, а в общем-то уже внедорожник. Несмотря на свой несущий кузов, несмотря на все свои хитрые подвески, эта машина позволяет очень многое. У нее есть тот самый знаменитый оффроуд пакет с раздаткой-понижайкой, и благодаря этой самой понижайке вы забираетесь туда же, куда вы раньше забирались на своем 61-м патруле, и куда, в принципе, доберетесь на 62-м, но у вас запас хода будет другой, для охотника это немаловажно. На дизеле вы, в принципе, имеете большую автономность существования. Хотя, конечно, можете взять и бензин. Ну, я бы советовал Touareg, а тем более родители наши с вами ведь моложе с годами не становятся. А Touareg, он очень удобный, он хороший, вот он по спине хороший, по пояснице, там нормально. Это при всем при том, легковая машина. Вот она по ощущению, потому как она едет, она дает вам возможность не чувствовать себя водителем грузовика, что, на мой взгляд, немаловажно. Особенно с годами. Телефон Сергея Асланяна в Москве на данном этапе 65 10 99 6. У нас, вы не поверите, у нас Татьяна на линии. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушаю ежедневно ваше радио. Вы патриот, Татьяна. А скажите, что... Да, я еще и водитель с большим стажем, 40 лет.
Татьяна, зачем же вы так сразу возрастом взяли и придавили всех нас? Нет, мне 40 лет, у меня стаж водительский 40 лет. Так мы-то все стали по стойке смирно и мысленно подумали, ужель та самая Татьяна оказывается та самая? Да, у меня вопрос. Значит, у меня много машин было, сейчас езжу на Ниссане, на Тииде. И хорошо. Но по истечении 3 лет хочу поменять. Очень красивая мечта каждые 3 года менять машину. Хороший почерк. Да. И вот хотела бы спросить. Тиида, в принципе, устраивает. Но менять Тииду на Тииду как-то не хочется. Хочется чего-нибудь новенького. Слушайте, Татьяна, ну что-то новенького, там целый женевский автосалон, так если к слову. Там... Но ценовая категория до 800. До 800, до 850 тысяч хотя бы. При этом небольшое или без разницы? При этом небольшое, да, небольшое. Небольшое. Езжу по Москве и на дачу. Татьяна, на дачу бездорожья нет. А скажите, вот эдак небрежно практически в норковом манто на людях слабо? Да нет, не слабо. А Citroën DS3 либо DS4? Смотрела, посмотрю. Спасибо. Вот посмотрите на эти две машинки, именно DS-ки, потому что есть Citroën C3, есть Citroën C4, да, красивые. Но DS3 это совсем уникальный автомобиль, он двухдверный, он сделан в первую очередь ради эстетики, и он является такой очень правильной рамой к шикарному холсту. Вот в данном случае драгоценной картиной будете вы, а он просто подчеркнет, насколько вы драгоценны. А если вы возьмете, например, хотя посмотрите, DS4, у него тоже хватает нюансов. Там французы, они все-таки ребята со странностями. Но DS-ка, четвертая, она очень эстетская машина. И в ней много придумано такого, что сделано, может быть, не так уж грамотно, не так эргономично, но бесспорно красиво и интересно. Завораживающе. Вы эту машину первые полгода будете просто разглядывать, потому что вам будет с ней не скучно, как минимум. Тиида, она молча сказала: Татьяна, едем. Завелась и поехала. Да. Французы вам будут говорить: Танюша, ну что, едем. И они вам добавят живости и игривости. При всем при том, что не факт, что сломаются. Хотя вот эти французы. О, французы! Фуагра! Французов у меня еще не было. О, Татьяна. Ну, это будет очень неплохим экспериментом. В конце концов, вот если вы приживетесь с французами... А в обслуживании? Обслуживание. Они гуманные. Они гораздо гуманнее, чем, например, Nissan. И если у Nissan у него головокружение от успехов, массовый бренд, продано много машин, вы приходите к ниссановскому дилеру, вы чувствуете себя чужим. Потому что, вот, Татьяна, вас так много, так много, так много. Вы что тут все, Татьяна, все Таньки пришли к нам и хотят гайку, чтобы им открутили. У Ситроена немножко по-другому. Там и люди по-другому мир видят, и машинки иные, и вообще все по-другому. И главное, ценник гуманный. Хорошо, спасибо вам огромное. Ой, спасибо. Посмотрю. Вам. Спасибо вам, Татьяна. Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Алло, Сергей, здравствуйте. Здрасте, Сергей. Вопрос простой. 600 тысяч бюджет, что нужно посмотреть? Ну, хотелось бы что-нибудь повеселее, готов на механику. Ух ты! Сергей, а вот знаете, как Илья Муромец обычно делал? Он выезжал в чисто поле, прикладывал руку к голове, козырьком так, и смотрел, значит, налево пойду, прямо пойду, направо пойду. Правда, последнее время на этом знаменитом камне указатель написано: «Пойдешь налево, убью, подпись твоя, зайка». Ну, для мужиков, чтобы налево не ходили. Но у вас же маневр прямо и направо. 600 тысяч – это половина автомобильного предложения на нашем рынке. Это нескончаемый список. Ну, собственно, Ford Focus. Так. Тот же Citroën, который сейчас обсуждали. Ну, только не DS, а сейчас, ну, кстати, да, CLZ придет. Очень красивая машинка. Она же будет там в ипостаси Peugeot. Но CLZ будет просто... красиво, не убого, не ущербно. При том, что за 600 тысяч вам уже и уродов, и кракозавров придумали. Уже же есть Nissan Almera, глядя на которую хочется пойти и начать выть в голос. И есть такая штуковина под названием Chevrolet Cobalt, глядя на которую хочется спросить у людей, которые это сделали, а дизайнеры не пробовали пригласить? И есть наша великая троица. Rio, Solaris и Polo Sedan. И, кстати, Сандера со всякими остальными родственниками типа Логана и даже, может быть, кусочком Дастера.
Вы как, Сергей? Вы на все на нет, это Даспор, уже? Нет, Даспор, я не хочу, хочется все-таки что-то такое. Ну, машина нужна буквально там, может быть, на полгода, максимум на год. А потом что? А потом, возможно, какая-то другая будет. Ух ты! Ну, то есть перетоптаться? Да. Машина будет браться, скорее всего, в лизинг. Даже, вот. Даже в лизинг? Ну, возможно, хочется на ней съездить в Европу, там... В мае, в июне, в июле. Но до Европы доедет любая машина. Вот из Европы, может быть, вернется не любая. Знаете, я на Матисе ездил на Украину. 600 тысяч в одну сторону. Део Матис замечательно. Он как помидор у меня красный. Прискакал туда, удивился их и вернулся обратно. То есть в этом отношении любая машина доедет. Просто вы как-то очень так сразу обо всем. 600 тысяч. Правильный подход, но там много любопытного. В конце концов, если вы хотите поэкспериментировать, вам без разницы, возьмите Nissan Almera тольяттинской сборки, потому что эта машина длинная по базе, она хорошо стоит на прямике, а то, что у нее отвалится, войдет в копилку ваших знаний. Даже самому будет интересно. Вам же не жить с ней всю жизнь. И тем более у вас ее потом заберут, скажут, Сергей, отдайте нам в такси, потому что у нее единственное достоинство — это расстояние между спинкой передних сидений и коленками пассажира, сидящего сзади. Альмера вышла уже, нет, разве она продается уже, нет? Вот сегодня она не продается, но послезавтра она начнет продаваться, потому что АвтоВАЗ все-таки засучил рукава, взял кувалды в руки и резьбовые соединения этой машины наконец-то забил грамотно. Сейчас она пойдет уже в продажу. Еще немножко, и вы станете одним из первых. Вы будете наконец-то водителем-испытателем АвтоВАЗа, можете вести даже бортовой журнал, и собирать человеческое содрогание у себя в блоге, потому что это будет захватывающее чтиво, как оно себя ведет. Я боюсь, просто машина будет некомфортная по салону. Да? Я ездил на Фокусе буквально вот полгода. В принципе, машина неплохая, но она немножко неудобная по салону. Она некомфортная. Вот. Хотя неплохо себя очень ведет на дороге, что было так неожиданно для меня достаточно. Комфортной именно машины? Именно там, по сиденьям, вот. Как-то вот, ну, не то что-то в салоне, не знаю, не могу однозначно сказать. Сергей, вот все то, что сделано за 600 тысяч для нас с вами, оно сделано с попыткой сэкономить. И мы, ведь реально то, что нам продается за 600, в принципе, больше 300 стоить не должно. Но мы же платим, поэтому оно стоит 600. Но сделано оно, на самом деле, на 250, на 300, это уже просто от щедрот. И ни в одной из них толком вы не устроитесь. И даже в хорошем вальяжном кресле Логана у вас поясница через какое-то время начнет тихо зудеть и просить пощады. При том, что он нормально, первое время хорошо, по подвеске здорово, энергоемкость, причем машина даже, в принципе, напрямую стоит. А если вы сядете в Солярис какой-нибудь, 1.6 на ручке, вы получите гоночную машину, потому что вот эти 126 лошадиных сил в моторе у него очень классно тащат на себе эту не совсем доведенную до ума тележку. Но едет интересно. Тысяч за 500. Но у Фокуса же есть 125 мотор сил. Но у Фокуса он по-другому себя чувствует. Это 125 дохлых осликов, придушенных Евро-4, переходящих в Евро-5. А у Соляриса, нам-то рассказывают на всякий случай, ну, для отвода глаз, будто там все Евро-4, а на самом деле там Евро-2,5, и поэтому эта штука едет шикарно. Там мотор стоит просто от другого чего-то. Этот 1.6, он кардинально отличается от любого аналогичного 1.6 с сопоставимым количеством лошадиных сил. Вот там будет интересно ехать. А когда вы в Европу приедете, у вас будет очередь посмотреть, потому что в Европе солярисов не существует. А Kia Rio, полный его аналог, в Европе тоже другая. Там вообще другое Rio. И когда вы приедете, например, к дилеру Kia на своем Rio, то они выйдут и спросят, excuse me, what is it? И вы им скажете, а это Рио. Они скажут, не может быть, у нас совсем другое Рио. Ну, даже, может быть, будет деньги собирать за платный подход к снаряду. Прощаюсь с вами. До следующей недели.